Сеул отключил громкоговорители на границе с КНДР. Приостановка пропагандистских трансляций с критикой политической системы соседей – жест доброй воли в преддверии переговоров между лидерами двух стран. Президент Южной Кореи Мун Дже Ин и глава КНДР Ким Чен Ын встретятся в приграничном пункте Пханмунджом 27 апреля. Впервые за последние 10 лет. Ранее в Пхеньяне заявили о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет. Также стало известно о скорой встрече северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Подобные переговоры на высшем уровне пройдут уже в ближайшие недели, впервые за 60 лет. В то же время, пока Пхеньян не последовал примеру соседей и громкоговорители по собственную сторону границы не отключил. Войну при помощи радиовещания страны ведут с 1963 года.